Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Вот с братом Зурабом, нашим братом Тайгибом. Зураб хаджи, завтра наш прекрасный праздник. Что пожелаешь нашим братьям и сестрам? Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Пользуясь случаем, что вот с Балачом сегодня встретились, мне всегда приятно его увидеть. Я поздравляю и присоединяюсь ко всем словам поздравления, которые звучат в сегодняшний день с таким прекрасным праздником, как Курбан-Байрам. Это возможность от Всевышнего нам за место нас жертву принести и побольше дуа делать Всевышнему, чтобы он слышал наши благие намерения и наши благие дела, чтобы принимали Всевышним. Поэтому я присоединяюсь. Хотелось бы ко всем обратиться и со словами, чтобы мы были терпеливы, чтобы мы сабура побольше проявляли друг другу, чтобы мы старались не только в такие дни, когда мы все как-то, вот весь мир начинает просыпаться и об этом говорить, и в обыденные, обычные дни, когда мы просто живем, тоже побольше улыбок, побольше хороших слов друг другу, чтобы мы говорили почаще. Амин, амин, брат. Я также присоединяюсь, поздравляю всех мусульман с нашим прекрасным праздником. Ассаламу алейкум.